В информационном эфире время ежедневной рубрики «Я. История». Ее автор Сергей Муравьев продолжает рассказывать об интересных фактах из ярославской истории. Возвращаясь к истории волжского бурлачества, стоит отметить такой факт. Наравне с мужскими артелями сюда таскали и женские ватаги. Расчет был такой: на 1000 пудов клади 5 бурлачек или 3 мужика. Женские артели шли в большинстве своем крестьянки и солдатки, потерявшие кормильцев. Хозяину, конечно, было выгоднее нанимать сильных, крепких мужчин. Поэтому женских ватаг на Волге было немного, но они были. Использовались они для перетаскивания малых судов на сравнительно небольшие расстояния. А вот особым почетом и уважением в Рыбинске пользовались крючники, особая каста портовых грузчиков, настоящих богатырей. Целый день, таская 9-10-пудовые мешки, они и зарабатывали по тем временам весьма прилично. Так старший батырь, то есть бригадир, мог получать от 10 до 12 рублей в день. Кто не злоупотреблял водкой и не проматывал деньги в трактирах, могли себе позволить снять приличную квартиру в городе. А любители зеленого змея жили рядом с Волгой в наспех построенных хижинах. Исследователи 19 века упоминают место обитания крючников в Рыбинске – Шивая горка. В отличие от бурлаков, крючники могли позволить себе более разнообразный стол. Особенно это было важно в холерный 1871 год. Гилеровский пишет про крючников. Они не пили сырой воды и пива, ничего кроме водки-перцовки и чая. Ели из котла горячую пищу, а в трактирах ничего кроме яичницы. Бурлаки по понятным причинам жили иначе. Современники о них говорили так: «Чист молодец, ни коз, ни овец, ни кола, ни двора, ни ложки, ни плошки, ни образа помолиться, ни хлеба подавиться, ни ножа зарезаться». Сюжет живописного полотна Илье Репину «Бурлаки на Волге» подсказали сами бурлаки, которых великий художник наблюдал близ города Рыбинска.